Детско-родительские отношения представляют собой непрерывные, длительные и опосредованные возрастными и личностными особенностями ребенка и его родителей взаимоотношения. Проблема нарушенных взаимоотношений между родителями и детьми разных возрастов исследовалась в зарубежной психологии. Авторы рассматривали влияние окружения и материнского ухода на формирование психики ребенка, делали упор на важность доверия, автономности, инициативности в развитии адаптивного отношения. Негативное поведение ребенка рассматривали как форму адаптации, преследующую определенную цель. Сатир доказала, что развитие адаптивных отношений в проблемных семьях возможно за счет формирования самооценки и индивидуальности членов семьи.